Обычно молодежь, когда говоришь русская народная песня, они всегда смеются. Они представляют бабушку в кокошнике, в одинаковых костюмах, вот они все вышли, и там вьюн над водой, и все в этом роде. Мы играем традиционные крестьянские песни, людям это нравится. Особенно удивительно, что иностранцы, которые приезжают в Гуслицу, они, ну, такой неподдельный интерес у них это вызывает.